Привет, друзья! Как у вас настроение? У меня отличное. И хочу сегодня приготовить очень простой, легкий салат из куриной грудки. Для этого нам понадобится, конечно, куриная грудка. У меня вот такая вот, такой кусочек. Твердый сырок. Такое вот количество. Я на кубики порезала. Огурец свежий. Я не весь буду использовать, половину. Также незамороженный лучок зеленый. Если у вас свежий, отлично. Петрушка. Яйца отварные 3 штучки. Майонез. Майонезный соус у меня. И соль. Приступаем готовить. Куриную грудку я буду нарезать на небольшие кусочки. Вот так я нарезала грудку. И добавляю вот мисочку. И буду нарезать огурец. Яйца. Яйца также, как на оливье. Очень вкусный, поверьте, салатик. Простой. И легкий. Яйца покрошила и добавляем также сюда. Поверьте, мне очень нравится этот салатик, мы все его очень любим. Добавила яйца, сырок твердый, он получается очень нежным. Режем огурчик. Друзья, еще кто не подписан на канал, подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, делитесь этим видео, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И огурчик также на кубики будем нарезать. Можно соломкой, это по желанию. Вот так нарезали мы огурчики. Также добавляем к нашему салатику, к остальным ингредиентам. Зеленый лучок я добавила и уже подготовила немножко петрушечки, добавим также сюда и немножечко оставим для украшения. Немножечко сейчас мы подсолим и будем добавлять, смазывать майонезным соусом. Также, друзья, много не солите, так как у нас здесь сыр твердый, немножко подсоленый есть, и чтобы солью не переборщить. Посмотрите, какой он красивый, перемешали. Немножко напоминает, да, наверное, вам оливье, но не оливье. Он немного нежнее. Сюда еще можно кукурузку добавить. Это вообще красота. Очень вкусный. Вот такой вот, друзья, красивый, вкусный, легкий. Очень простое приготовление, салатик из куриной грудки. Посмотрите, какая красота, прелесть. Попробуйте приготовить, это очень вкусно. Желаю вам хорошего настроения, приятного аппетита. Подписывайтесь на канал и ставьте пальцы вверх.